На конкурс дети читают стихи. Таисия Соловьева, 6 лет. Омская область, районный поселок Черлак. Эдуард Успенский, «Разгром». Мама приходит с работы. Мама снимает боты. Мама приходит в дом. Мама глядит кругом. Прямо квартиру моет. Нет. Мама приходил бегемот. Нет. Нас дом не наш. Нас на 19 этаж. Нас. Просто приходил Серега. Поиграем мы немного. Значит, это не пол? Нет. Значит, Серега не танцевал? Нет. Очень рад оказалась. Я напрасно волновалась.